челнинских домах поумнели домофоны. Современные устройства с камерами видеонаблюдения, которыми можно управлять при помощи мобильного приложения, появятся в 130 домах Автограда. Подключат их в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». А если дом обслуживает дирекция содержания городской инфраструктуры, то это сделают автоматически, если нет, по заявке. Сколько стоит умный домофон для челнинцев и чем отличается от обычных? В сюжете далее. Я даже на работе нахожусь, и то можно будет открыть дверь. Я вижу этого человека. Жители дома 4302 теперь открывают двери не только ключом, но и через приложение. Несколько камер установлены по периметру дома и у самих новых домофонов в рамках капремонта. В журнале звонков на телефоне сохраняется фото и видео с камер. Это может спасти от происшествия или найти его виновников. Установка бесплатная. Он стоит бесплатно. Только идет у нас только как зарплата 25 рублей. Установили такой домофон после согласования с жителями и обращения в управляющую компанию. Также на нем можно поставить кнопку срочного вызова. Чаще всего это 112. Однако у других подъездов 4302 жители недовольны скоростью установки домофона и в целом капремонтом. Прошелся по домам, вот где вот эти фасады ремонтируют, входную группу меняют, да. Тамбурные двери у всех поменены. А у нас нет. Сколько дней уже вход свободный? Внутри там у нас, дальше вот за дверьми, ничего не отремонтировано. И провода вот как устанавливали, да, так до конца их ничего еще не сделали. В некоторых домах города умные домофоны установили еще несколько месяцев назад, также по заявке жителей, например, в 65-м комплексе. Можно посмотреть, кто пришел, и даже услышать. По телефону открывать очень удобно, даже на расстоянии. Вот я с ребенком, приходит, например, со школы, и можно все проследить. При желании камеры устанавливают не только по периметру домов, но и на лестничных клетках. В приложениях домофонов нового образца можно отслеживать территорию у подъезда, самого двора, тех, кто звонит домофон, а также территорию на лестничной площадке. Общее число домов с домофонами-наблюдателями в этом году планируют довести до 162, сообщают в исполкоме города. Виктория Евсеева, Ради Ганеев, Челны-24.